В Невском около 70% труб теплосетей изношены. Как готовиться к зимовке ЖКС номер один? С целью предупредить аварии на теплосетях во время зимнего сезона специалисты не только проводят гидравлические испытания труб, но и постоянно отслеживают их состояние. В этом крупнейшей управляющей компании района жилкомсервису номер один круглосуточно помогает единая аварийно-диспетчерская служба. У нас есть оборудование, которая контролирует те же параметры теплоносителя. То есть для того, чтобы знать, какова температура горячей воды в системе отопления, нам совершенно нет нужды идти в подвал и ее мерить. Все здесь выведено на пульт. Сейчас конкретно готовим внутренние системы отопления к зиме. То есть это, как правило, промывка и гидравлические испытания. Если авария на теплосетях все же случится, у жилкомсервиса номер один имеется современное оборудование для скорейшего устранения последствий. Готовятся и глобальные изменения в системе инженерных коммуникаций. В следующем году на ремонт труб район от города получит дополнительно 100 миллионов рублей.